Мы снова здесь немножко отклоняемся от хронологии по техническим причинам. Но я думаю, что вы нас простите за это. Бой, хороший бой состоялся 21 июля 89 года. А противником его был Карл Уильямс. Вот на ваших экранах. Я так смутно помню одного Уильямса, который дрался с Югубкиным. По-моему, это он. Хотя могу ошибаться. Здоровый малый, очень высокий. Вот с самого начала сразу начинается этот бой, видишь, если он высокий, то он должен держать на дистанции Тайсона. Не получается. Не, ну дело в том, что для чего тогда он готовился? На что ты рассчитывал, ну, да? Да. Вот в ближнем бою так он никогда не выглядит. Конечно. Ему надо было двигаться уже, уходить как-то, ну, он же должен был отработать прием, раз он Тайсон уже знает, уже его отлично знает, что Тайсон будет идти и ломать. Вот его надо как-то остановить. Сейчас он пытается. А на первых секундах он сразу начал сближаться. Ты знаешь, я думаю, что это результат такого мандража, что делать то, что как раз делал, категорически делать было нельзя. Ну, это же психология человека уже, тоже это самое. Он просто не думает, а делает свое. Вот так, вот и все. Левый боковой. Вот, видишь, да. Все, рефери счел. Да, рефери потом очень много упрекали за то, что он преждевременно остановил бой. Но, честно говоря, мне кажется, что в самый раз остановил. Да, ему продолжение могло быть хуже. Да, да, да. Нет, ну он продержался бы еще 15 секунд. Что от этого бы изменилось? Я надеюсь, нам покажут повтор сейчас. Потому что удар был достойный. И Хосе Сулейман, президент WBC. Да, это, конечно, недовольный. Выспаривает. Да. Нет, самое главное, что спорить-то? Все равно решение уже принято. Прав, не прав. Ничего не меняется. Ну а чего переживать, ну, закончилось. Что ты теперь сделаешь? Это жизнь. Да, ну Уильямс смотрел, насколько он выше. Mm-hmm. На голову практически. Как друзьями остался. Да, но Уильямс всю жизнь потом будет говорить. О, давай посмотрим повтор, что не было нокаута, что он мог драться. Ну, вот это дальний нокаут. Да, вот этот левый рукавой. В прыжке в таком. Да. Вон там. Как же он видит? А как же он видит? Он же просчитал все. Он не просто вот залепил. Не, он сделал по правую. Да, 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 да. Под левую руку. Бам. Ой, точно. Вот так. Ну, великолепный, конечно, удар. Очень осмысленный. Очень точно. Майк знал, что он делает. Первый принял. И второй раз ушел. И как подкошенный упал. Да, да, вот точно. Он еще ждал, что ему ответит. Двигай, он выпустит. Ну, слава богу, что так закончилось. Конечно, конечно. Нет, ну нечем было Карлу Уильямсу драться с Майком Тайсоном. Этот бой также считается одним из лучших боев.